Ну что ж, всем привет, с вами я, Забавитр. Мы сейчас играем Remnant 2. Продолжаем прохождение. Я эту загадку и не знаю, короче. Я пока ее оставлю на потом. Потому что я хер знаю, что с ней делать. Ну, нужно, наверное, по вот этим смотреть. Или еще по каким-то. Ну, не знаю. Ну, короче, назад откидывает. И, короче, хз вообще. Хз, я не знаю. И лучше не тратить время. Такое ощущение, будто всех перекидывает, знаешь, там, в другие миры. Потому что я так смотрел, тот, кто проходил. Такое ощущение, будто реально оно раскидывает по разным мирам. Это вроде и прикольно, а вроде и нет. Короче, одна головоломка у нас осталась. На потом посмотреть. Так. Так, а что нам здесь делать нужно, я не пойму. Мы еще не были вот здесь. Нам сейчас направо, да? Или не? А, ну да. И налево. Потому что я и так, в принципе, на ту головоломку времени потратил, но не знаю, там, короче, сидеть нужно, думать. Вот, подожди. Вот еще один вход. Окей. Мы ж ничего не пропустили там. Там просто... Просто обход, да? Окей. Блин, как ту птицу, интересно, сместить? С места, чтобы получить плюшечку. Это интересно. Так, еще один лабиринт какой-то. Покой Кеулы. Бля, красочно, конечно. Над локациями, конечно, поработали, блин. О, сундучок. Да, ты если его видишь, он потом на карте отмечается. Хрена же себе. А это круто. Это круто смотрится. Так, ну походу сюда нужно. Там-то все закрыто, еще один путь есть справа, да? Но он там какой-то херней закрыт, короче. Что-то странно даже, очень пусто. Thank you.
Что у вас за патроны такие? Еще у меня летит, понял? Ну охренеть, блядь. Это я говорил, что пусто. Да почему? Почему ему урон не идет? Что за бред? Какого хрена, блядь? Ебануться. По два урона, что-то такое и шло челику. Что это за бред, блять? Так, окей. Опять он идет. Блять, сука. Ну, наконец-то. Что-то очень прям жирный пацан. Ключ нужен. А ключ, походу, вот этого здоровяка. Ну, наконец-то. Это ключ от храма. Ключ для задания, окей. Ключ от храма. Наверное, от тех дверей или что? Что-то он не всегда появляется, этот большой чел. Вообще как-то странно.
Давай попробуем, может сработает. Наверное, если здесь будет босс, я не буду такой радой. Ну, началось. Что началось? Да. Бляха, му. Ух, ну мы стали живы. Это очень радует. Только я не пойму, почему мы пошли по каким-то этим подземельям. Что мы здесь вообще найдем, потому что по этому, по метке показывает, что нам снаружи нужно. А как снаружи? Наверное, нужно к этому ворону, чтобы пройти. Ну там наверное нужно что-то ему дать. Да, блядь. Давай. Хорош. Пистолет, конечно. Бомба. Так, патроны мне не нужны. А, ешечка тут. Я на F что-то переключился. Да, подбирать. Почему урона по 2 идет? Вообще нихуя не понимаю. Что за бред, блядь? Почему такой маленький урон по нему? Уф, завалили его. А что за бред с этим чуваком, блядь?
Тун. Один, два. Что это за хуйня? Вот это прикол. Если честно. Блять, сундук. Чуть не пропустил. Блять, если таких несколько будет. Да нахуй оно нужно, слушай. Я не буду его валить. Это дичь какая-то. Нася, ты бой. Камень проворства. Получено кольцо. Какое-то интересное. Чтоб меня. Да ёбаный. 5 патроны закончились. Ну и жесть. У меня сейчас глаза на лоб залезут, я вам говорю. Это писец какой-то. У меня лекалок нету. Если там ты до контрольной точки дошел, восстановился, ушел, пошел туда-сюда. Здесь вообще пиздец какой-то творится. Так, а как туда попасть? Как они меня заебали, ёбаный рот. У меня пусто. Ух. Нормально. Собака добила. Охренеть. Кажется, дела плохи. Бля, где контрольные точки, сука? Так, к бою. Бля, там что-то фиолетовое лежит. Неплохо. Да бери быстрее, блядь, по тебе
Что за хрень? Алло, так и нужно было, что ли? Какого хрена? Блять, это босс. Вы серьезно? Меня там ТП нахер не было. А как он так появился? Почему? Почему это не как в этом? Не как в первой части. Бля, очень здесь опасная зона, конечно. Понятное дело, он меня с одного ушатает. Просто в чем? А, окей. Покой Киулы, окей, я понял. Вашу мать. Да перезаряжайся, сука, ну пиздец, какой же он долгий, блядь. Какой же он медленный, блядь. Давай. Сука, хотел же только что взять патроны, но... Да, блядь, ну встань ты, сука. Получил пизды. Надо будет заглянуть к Маккейк, она что-нибудь придумает. Не знаю, местность пиздец, конечно, корявая, но... Ну, прикольно. О, точно. Это ж нам потом что-то интересное дадут. Какое-то оружие. Так, это выход вообще с локации или что? Да, походу. Нам нужно было походу, эту Киулу завалить и все.
Очень странно, если честно. Типа непонятно, где ты этот босс взялся. Каким образом. И все равно показывают сюда. Что за бред, блядь? А, исследовано. Понял. Оно отмечает, будто что я там все уже исследовал. Все, мне можно дальше идти. Окей. Окей. Запретные рощи. Я-то думаю, что за хрень, блядь. А мы что, не были здесь? Если честно, очень странно, потому что мы будто уже здесь были. Пока что вообще ничего не понятно. Ну да ладно. А вы кто, блядь? Что ты такое? Резерв боеприпасов что-то открылось. Ну да, да, ты на мосту, блядь. С моста появилась, короче, с мостика. Вроде все. Прикол. Ну, погнали. Бляха, ну реально, вообще пока ничего не понятно. Куда его идти, где что исследовать, блядь. Стой, иди туда, где ты еще не был, вот и все. А что это за палка у меня? На четверочку. Ну все, к бою. Черт, это все? Окей, снижает расход выносливости на 60 секунд. Что тут? Они тоже агрессивные? Херачит или что, я что-то ничего не понял. Все на собаку, да? Блять, ну собаки не так много хп сносят, как мне, блин. Ее, конечно, жалко, но ее так не ебут, как меня. Отлично. Наконец-то. Еще и прокачались. Работа в команде. Новая техника. Да не пойму, а эти коняки. Или что это такое? Агрессивные они или нет? Показывает на них красную меточку.
Странно. Ладно, погнали сюда. Так. Что там было? Ноль доступных. Работа в команде родство. Экспертные знания. Блин, они его где-то сюда перенесли, и оно... Вы со спутником возрождаете союзников на 15% быстрее. А, его еще нужно, типа, качать. Чем, типа, мы выше, тем... И он качается, и я, короче... Типа того. Что это за мелодия? О, еще какой-то чел. О, факультет, нам надо поговорить. Ну, давай поговорим. А вот и ты, факультет. Но это не так. Давным-давно мы с факультет говорили о песнях и... А, ну, конечно, то был другой факультет. Извини. Без рогов вас трудно различать. Что ж, рад знакомству. Что привело факультет на несчастную Яэш? Я бродил по этим лесам много дней. Я был везде, кроме храма, куда не смею войти из-за страха перед зверем. Я не видел никого, ни факультет, ни фавнов. Я боюсь отправлять факультет в храм, но если и есть надежда, то она там. Увы, великая водная арфа, которая когда-то открыла храм, разбита вот уже много веков, а с ней разбились и наши надежды. Но берегись, факультет, ибо разорителя уже убивали. Нет никого могущественнее, чем тот, кто стряхивает смерть, словно опавшие листья. Да будет благосклонен к тебе баланс. Окей, погнали. Ну, волчара или что это? Какая-то херня. Вырезанная будто. А, ну да, это камень. Ой, камень, блядь, какой камень? С дерева вырезали. Камень, блядь. Сказал то, что... Первое в голову пришло. Охуеть. Здесь тоже нужно загадку какую-то разгадывать или что? Да ёб твою.
Боюсь, я ни хера не понял. Что это за дичь? Очень странные головоломки, если честно. Даже подсказок нету на них. А может, кстати, где-то и есть подсказка. О, сундук. Какой-то бальзам еще выпал. А, здесь ворота. То есть нам еще эти ворота нужно исследовать, да? Ну ладно. Окей, я вас понял. Вероломные заросли. Ну, началось. А, вот это эссенция кровавой луны. Пока что все. Окей. Теперь понятно. Теперь понятно, где ее брать. А нам их нужно сколько там, чтобы сделать что-то. 20, наверное. А если весь шмот сделать, наверное, еще больше. Бляха, локации такие, что тебе тупо непонятно, куда бежать. Так, там есть контрольная точка. Контрольная точка есть, можно оббежать еще куда-то. Я в ахере просто. В локации, еще одна локация. Туда, сюда, ебать. Да пошел ты на четыре стороны, ебать. Алло, дай мне встать, блядь. Охуеть.
Еще и птица меня ёбнула. Наконец-то. Блин, заходишь в одну локацию. В этой одной локации еще 200, блядь. Запутано, шо пизда. Черт. Это все? Ну какая-то херня. А, блядь, смотри, попасть мне не могу. Да ёб твою мать. Наконец-то. Блин, собака прям очень отличный помощник. Помощник. Где патроны все, блядь? Сука, с этих шипов ни хера не падает, блядь. Мне патроны нужны. Пиздец, куда его бежать? Там была какая-то херня. Ну и жесть. Жесть — это не то слово, блядь. Что за хрень? А, он там застрял просто. Ну хоть падение не убивает, как было в первой части. Блять, нахера? Тупо случайно нажал, прикинь. Окей, еще одни ворота. Ну это хотя бы понятно. Куда могут завести эти ворота? Наверное, опять какого-то босса. Может быть. Поехали, вернемся, наверное, подулучшится.
Немножко. Слава основателю, ты в порядке? Где? Что случилось? Да уж, с камнем мира всегда так. Давай начнем с самого начала. Вы с основателем вместе пошли в старый блок. А дальше что? Так и знал, что основатель что-то задумал. Кто еще полез бы в старый блок? Слушай. Мне жаль, что тебя в это впутали. Так что там случилось? Что? Да ладно. Клементина? Ну и где она? Она жива? Да, да, извини. Просто Клементина... Она всем нам очень дорога. Надо ее найти. Я соберу всех. Если она вошла в Камень Мира, значит, ее могло перенести куда угодно. Это точно. Она может быть где угодно. Хоть за много миров отсюда. Я сейчас позову Брабуса и Рикса. Скажу им, чтобы... Чтобы... Господи, что я несу? Я ведь тоже не представляю, что там творится. Я так поставлю под удар весь город. Клем бы этого не хотела. Чудо, что хоть тебе удалось вернуться. Прости. Мы поможем тебе, чем сможем, но... Я больше никого не смогу за ней отправить. Мы доверим ее поиски тебе. Ты ведь не против? Спасибо, бродяга. Поговори с жителями. У них найдется все, что нужно. Форд, в смысле наш старый командир, а не основатель, часто повторяла, что быть лидером и героем не одно и то же. Лидер должен оставаться с людьми. Я думал, она просто злилась на своего деда за то, что он вечно был далеко. Но теперь, кажется, я начинаю ее понимать. Береги себя. Так, окей, поехали. Создать оружейный модуль, улучшить оружие. Сразу все подсвечивает. Давай сначала оружейный модуль посмотрим. Опять ты. Что тебе? Это что, плеть корня? Ай, давай. Что-то интересное. Так, можно купить это. Продать. Снимает мне дуб гниль. Окей, я понял. Пока. Давай улучшим. О, здравствуй. Так, где у нас аэрочка, да? Пистолет тоже нужен. А где этот? Броню улучшать. Береги себя. А где броню улучшать, интересно? Надеюсь, ты. Ну ладно. Окей. Мы закончили. Вот этого я сейчас не понял. А где броню улучшать? Здравствуй! Прости, я плохо... Конечно. Перед... Смотри, здесь можно оружки купить. Охренеть. Посох какой-то. Я бы вот этот купил. Ну, какой-то ржавый такой писец. Здесь, походу, все, да, мать? Все оружие, походу. Со стандартным.
дальше ты сам улучшаешь, типа. Не знаю. Шанс критического по уязвимым местам плюс 105. Здесь множитель оглушения 2%. Шанс критического по уязвимым местам всего лишь 100. Здесь 105. Множитель оглушения минус 10. Это как? Типа вообще не оглушает. Вот это вроде копье неплохое. Хантмастер М1. Выстрел в секунду, полтора выстрела в секунду. Нихера себе, много. Интересно, у него другое оружие появится вообще? Думаешь, управишься? Две пули в живот и одна в голову решают почти все проблемы. Нихера себе, поставили прям сюда. Чтоб далеко не нужно было бегать, да? Отойди! Обалдеть, какие люди! А слухов-то было. Я боялась, что уже тебе говорили, будто вы со стариком Фордом куда-то пошли и исчезли. Где тебя носило? Ты про тот здоровенный летающий камень? Бог говорил, через него можно попасть в другой мир. Раньше я бы только посмеялась, но здесь еще и не такое рассказывают. А судя по твоему лицу, это не выдумки, да ведь? Тут вообще на каждом углу чудеса. Меня от гнили вылечили. Я такими темпами скоро начну верить в сказки. Даже в Санта-Клауса и смесь Фултона. Не знаю, чем меня напичкала доктор Нора, но мне уже много лет не было так хорошо. Может, это и была смесь Фултона? Ты ж меня знаешь. Когда я долго сижу без дела, у меня душа не на месте. Сходила вот к руинам, набрала всякого добра. Я делала, что могла, чтобы хоть как-то выжить. Готовила все на случай, если мы решим отчалить. Но тебя все не было. А Бо сказал, что местным этот хлам пригодится. Теперь вот торгую. Так что, если тебе вдруг нужно что для похода в эти миры или еще куда, дай знать. А то у меня много всего. Так, симулятор у него продается, даже железо есть. Ну, нам это ж неинтересно. Заглядывай. Ты знаешь, где меня найти. Надо же. Здравствуй, бродяга. Я Реджинальд Мэллоу. Для друзей просто Реджи. Так меня и зови. Говорят, старый основатель затащил тебя в блок по какому-то своему делу. Хорошо, что хоть кто-то из вас уцелел. А вот Форд так и не вернулся. И Клементина тоже. Она ведь за вами пошла. Я так понимаю, ты не знаешь, где они сейчас? Это который затащили в центр города? Он же больше 10 лет не работал. Их могло занести куда угодно. Надеюсь, все будет в порядке. Форд, сдается мне, и сам вернется, когда закончит свои дела. А вот за Клементину здесь все волнуются. Сразу к делу. Уважаю такой подход. Посмотрим, что у нас есть. Давай. О, прикольно. Увеличится урон кислотой. Электричеством урон. Самодельная бомба. Ящик с боеприпасами. Давай. Это что? Усилитель уверенности. Нифига, нормальная тема. Все, денег нету. Если вообще. Нужны припасы, слово совсем. Всегда. Блин, пока непонятно, где броню улучшать, но я думаю, попозже разберемся. Ладно. Пока что нихера нигде непонятно. Последнее посещение. Ну, давай. Так, окей, поехали дальше. Смотреть, исследовать. Кстати, на пистолет
подцепилось это. Этот модификатор. Прикольно, прикольно. Можем будет попробовать. Так, здесь ничего нету. Вообще. Что ты мне показываешь эту контрольную точку? А, у нас очки талантов доступны. Давай еще здоровье. Оно с каждым уровнем все больше и больше добавляет. Прикольно. Это у нас плюс 12. Ну, началось. Вылезла какая-то хуйня. А ну. А, нихера себе. Прикинь, как круто. Щупальца, блядь. Блядь, взорвалось тут. Да, пистолет, конечно, нужно еще прокачивать. Это просто разносит. Ты шо, вот это, конечно. Нихера себе пушечка. Ну, началось. Блин, такое ощущение, будто мы здесь были. Ну, такие локации все напоминают друг друга. Очку таланта. Шикарно. Ну давай, подходи. Что мы здесь делаем? Что мы здесь видим? Так, таланты. Давай выносливость. Так, бою. Пиздец, конечно. Да уж, плохо дело. Ха-ха.
Так, сундук есть? Да? Не, подожди. Вот что есть. Интересненькое. Фух, блядь, заебался уже бегать здесь. Что за дела, блядь? Тупо бегаешь, всех отстреливаешь, отстреливаешь, отстреливаешь. Где задание какое-то? Это же самое... В первой части будет. Задание такое ощущение, будто для галочки, знаешь. Типа, блядь. Чтоб тебя сюда затащить каким-то образом. Нет, как хищника. Что это такое? Так, что это за метка? А куда она глянет? Амулет. Ебаный рот. Ладно, у нас охеренный собакин есть. Лучше ничего не смотреть в бою. Наконец-то контрольная точка, блядь, за сколько времени? Пиздец. Как же здесь локации больше стали? Намного. Оу, какой-то босс. Так, к бою.
Фух, это было достаточно легко. Кейп что-нибудь придумает. Но очень непонятно. Очень непонятно. Я сначала не понял, как он безумие на меня накладывает, и как от него вообще избежать, непонятно тоже. Ну, короче, ну, выглядит это, блядь, конечно, после первой части намного интересней. Намного прикольней. Да и красочнее, непонятное дело. Что такое прям... Да? Шикарно. После первой части, когда ты его прошел, это все смотрится гораздо лучше. В два раза лучше, чем в первой части. Так, окей. На выход. Зачем мы этого босса валили, вообще непонятно. Просто помогли кому-то, походу, избавиться от босса и так далее. Так, окей. Поехали. Вероломные заросли. Что это тут? Блять, еще босс. Не успели от одного сбежать. Держи второго, да? Блять, кто еще меня валит? Ага, вот этот ганду. Какой же он ганду. Там была контрольная точка, я не помню. А, да, точно. Пиздец, какой же уёбок вот этот там, мужичок. Ладно, сейчас мы как-то попробуем заебашить. Блять, куда я? Thank you.
Да блин. Давай, минутка осталось. Бам. Кровное родство какое-то. Что это? Новый талант. Писец. Все новое и новое. Что это было? Освещенное яйцо. Амулет это? Что он дает? Так, после расхода 30% магазина огнестрельного оружия и попадания по врагу урон в ближнем бою увеличится на 10%. Блин, ну это в ближнем бою. Если бы там последние патроны в каком-то проценте наносили урон, было бы очень даже. Да уж, плохо дело. Очень даже круто. Что это за ворота? Пока что все. Ну, нам пока налево. Вроде все. Блять, какое мы там задание вообще выполняем? Что за пиздец какой-то? Великая водяная арфа какая-то. Ну, короче, мы должны найти боссов, поубивать некоторых боссов. Понять, что, понять это. Короче, тупо исследование и все. Чисто исследовать нужно. А мы в какую-то там не зашли вроде. Ай, бляха-муха. Нужно было заходить во все эти врата, блядь. Да задолбал ты, слушай. Да задолбал, дай мне. Да что за уворот ебучий? Почему он не работает? Чего? Это что еще за херня? Вот, спасибо. Конечно. Ага. Недолго прожила свою жизнь. Хорошо, идем сюда. Раз уж у нас уже чисто тупо исследование, то что тут сделаешь? Ракетное топливо? Укол ракетного топлива даст буст? Охуеть. Ну, кстати, оно эффекты даже убирает. Негативные. Дымоход. Почем твой шмот? Блять. Пароход, блин. Кто там внизу? Понял.
Ладненько, здесь ничего нету. Блин, и опять сейчас будет босс, да, я так понимаю? Сколько мы уже босса убили? Двоих, по-моему. Ну, сердце вряд ли можно назвать это боссом. Блять, оно закрыто. Бля, эти двери закрыты. Может, туда нужно? Да, походу. Да иди ты. Блять, там можно было обходить, точнее отходить в первой части, когда у тебя что-то кто-то кидал. Ёб твою мать, хуйня. Что я такой? Так, подожди, пятериком, да, гнили убирать? Ага. Ну и жесть. Критический урон в дальнем бою. Блин, мне подсказывают что-то, что я много чего пропускаю. Зачем это место? Здесь же ничего нету. Непонятно. Красиво, но непонятно, зачем это было сделано. Что за хуйня? О, киюшки. Так, к бою. Да, блядь, припрыгай, старик, сука. Thank you.
Да, блядь. Мне что, взрываются, я забываю, блин. Ну все, к бою. Идол мести, амулет. Ууу, здесь прям очень много амулетов выпадает, не так, как в первой части было. В первой части, чтобы выпал тебе амулет. Охренеть! Я не знаю, пол игры нужно, наверное, было бегать, чтобы тебе какой-то амулет сраный выпал. Так, давайте до контрольной точки и на этом будем заканчивать эту видос, блядь, и так уже 1:20. Пиздец. Вот это мы набегались. А главное, мы ничего не поняли. Что здесь выполнять? Как здесь выполнять? Вообще просто. Тема. Так, выносливость, здоровье. О, вот, открылось. Поглощаемый урон. Призванные существа вашего класса поглощают 1% полученного вами урона. Чего? Пока непонятно, конечно, как это работает. Призванные вами существа. А, то есть, если я щупальца вызову, щупальца урон, тот, что мне наносился, получит щупальца, получается, или что? Что-то типа того. Давайте хоть посмотрим, что это такое. Это босс какой-то или может... Что это вообще? Что это такое? Да, это босс какой-то. Чего? Чего, блядь? Что это было? Мне потом вниз нужно спуститься или что? Я ничего не понял. Или допинг какая-то. Да, мне нужно вниз спускаться. Он сейчас начнет опускать вот эту хрень, соответственно, убивая всех. Чё, блядь? Нихуя не понимаю. Это нужно нажать или просто пробежать вниз? Нихера там бежать вниз. Ладно, побежали. Да что это за бред? Мне либо нужно... Бля, я вообще не понимаю. За хуйня. Ну все, он опускается вместе с этим, не выше. Оно, я понял, оно уровень опускает.
где хомутер. Да, взорвется сейчас. Ну, да ебать. Давайте на этом закончим, в принципе. Ну понятно, там нужно как-то двигаться, короче, между верхом и низом, чтобы оно тебя не ёбнуло. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Збоевитр. Всем пока-пока.